здесь у каждого, конечно, кота, кошки, своя история. Рассказывать можно абсолютно про всех, кто как сюда попал. Мне хочется рассказать вот про этого котофея. Назвала его Васька, потому что, ну, вот типичный кот Васька. Осенью я его подобрала возле магазина. Вот у него кончики ушей отмороженные. И недавно я узнала историю Васи. Чисто случайно. У нас устанавливали счетчики где-то на прошлой неделе. Может, не 10 назад, не важно. Вот. И потом уже из деревни приезжали, опломбировали счетчики. И вот женщина, которая отвечает за все это, за квитанции там и так далее. Вот, она узнала этого кота. Жил он у ее соседей. Женщина там была инвалид-колясочник. Она очень любила кошек. Было несколько у нее вот этот кот и несколько кошек было. Когда женщина умерла, ее муж стал, ну, изводить, можно сказать, котов. То есть выгонял на улицу. Отвлекусь, это вот так сугроб у нас ест. Ну, у него, да, у него проблемы с зубами, 8 зубов удалены, все равно там есть какие-то болевые ощущения. Ой, поэтому даже вот влажный корм он так ест. Ну, все. Так вот, Вася. То есть хозяин выгонял котов на улицу, бил, не кормил. Именно так у Васьки оказались кончики ушей обмороженные. Вот. Как говорит эта женщина, кошек он так извел. Причем она такое слово сказала, заморил. В общем, я не стала узнавать подробности, потому что мне, конечно, даже представлять не хочется, как некоторые вот люди вообще издеваются над живностью. Васька сейчас вообще, конечно, потолстел, пузо себе наел. Пьет он вот так вот, очень интересно. Видите, кончиков ушей у него нет. Кот очень говорливый. Он все время мяучит громко. И вот женщина вот как раз рассказывала, вот, говорит, этот мужик, говорит, ненавидел этого кота, потому что он все время орет. Ну, вот на самом деле кот, да, любит поболтать, поговорить. Вот. Нам всегда, конечно, очень нужна помощь, поддержка. Животных у меня очень много, это я вам показываю просто вот одну небольшую комнату, где и котов-то не так много. У нас вышли из строя сразу 2 пылесоса. Если вдруг кто-то сможет нам купить, пока вот более-менее вот этот вот рабочий, но он и новее, более-менее новый этот пылесос. Конечно, хочется без мешков, потому что очень, конечно, дорого выходит вот мешки вставлять. А бывает, вот убираешь вот просто вот эту комнату, не поверите, 2 раза выбрасываешь мешок. Потому что и наполнитель, и шерсти от них, ну, все там, остатки корма и так далее. Поэтому пылесос нам очень нужен. Если вдруг кто-то сможет, мы, конечно, будем очень благодарны. Сугроб, ну что ты там плачешь? А, это не сугроб, ты, Васька. Вот ты, хрендель. Ну иди, иди, поешь. Доешь. Ну, так потихоньку, в несколько этапов, ест.
Пищу я ему, конечно, стараюсь, ну, только влажный ест. Сейчас еще утром я не успела сварить бульон, чтобы помешать ему с бульоном. С бульоном ему, конечно, легче кушать корм.